Приднестровье на выходные. Есть куда сходить, что посмотреть. В это воскресенье в Екатерининском парке рок-концерт. На сцене у озера выступит оркестр ТМВД. Будут песни Дианы Арбениной, Алисы, Би-2 и не только. Всего 25 композиций и 2,5 часа живого звука. Покажем хороший зрелищный концерт, на котором можно будет услышать прекрасные композиции. Вот это название «рок-концерт» сразу подразумевает искренние чувства, эмоции, жизнь, слезы, радость. Можно будет услышать те песни, которые затрагивают до глубины души. Благотворительность – это всегда идет от души. Мы просто призываем людей к тому, чтобы, придя на концерт, насладившись и получив удовольствие для души, чтобы они немного от своей души также оторвали небольшое финансовое такое вот вознаграждение для деток. Концерт благотворительный. В парке установят урну для пожертвований. Деньги на помощь Республиканскому детскому дому. Придут и столичные актеры. Главный режиссер театра Дмитрий Ахмадиев показал в своем инстаграме ролик приглашения. Идете? Да! Я пойду на него с удовольствием. Тем более в качестве ведущего это для меня большая честь. Итак, рок-концерт от оркестра ТИ-МВД уже в это воскресенье, 18 июня, 19:00, Екатерининский парк. Приходите.